я ее немножко переделал. И поэтому она исполняется в моей редакции. Так получилось. Ну, Игорь так делает практически со всеми песнями не Игоря Белого. Всегда случается такая редакция. Иногда небольшая, иногда большая. Да? Бывает, что. Называется она, как перевод, да, с авторского на авторский. Называется она «Лунная песня». Чертит ночь от весны до весны звездный пояс. Довезите меня до луны, мистер поезд. Паровоз просвистит в полусне, вздох усталый. Я бы рад, только станции нет на луне, только станции нет на луне. Нет вокзала, словно поезд из дальней страны. Время мчится, донесите меня до луны, миссис птица. Птичий крик прозвенит с вышины, полон грусти. Я бы рада, но хмурое небо луны, но хмурое небо луны птиц не впусти. Лунный путь от волны до волны, ветер слабый. Довезите меня до луны, сэр, корабль. Хлопнут солнечным ветром тогда ваши крылья. Я бы рад, но за время дороги вода, но за время дороги вода станет пыль. Может, все это лучше забыть безоглядно. До луны не дойти, не доплыть, ну и ладно. Жизнь идет от весны до весны, ночь крылата. И назад для того, кто свалился с луны, для того, кто свалился с луны, нет возврата. И еще одна песня другого автора, которая так и называется, как мы говорили, «Питерская». Это одна из лучших питерских песен, которые я знаю. Написал ее мой друг Александр Карпов. Вот. Так не бывает, чтоб вот раз и въехать в осень, задремав в пустом трамвае под нетрезвую дорогу, и плестись назад по рельсам, ничего не узнавая, только выпала согреться. Бродя по переулкам в предвкушении.
ребрика бордюр. Только время здесь быстрее, да и воздух пересолен. Или просто я старею, этим городом я болен. Но перрон не отъезжает и не крутится планета. А у нас так не бывает, а у нас такого нету. Это мое посвящение самому Шурику Карпову, которого сейчас, к сожалению, с нами нет. Но когда-то давно мы с ним объездили очень много городов. У нас был с ним дуэт, мы выступали вместе. И вот это мое посвящение. Сейчас чуть подстроимся. Здесь очень важно, чтобы гитара правильно звучало, потому что в этой песне звучит ирландская арфа. Сияющий край холмов травяных с чудесами внутри. Всю мою радость с собой забирай, боль и усталость мои не бери. Ждет вокзала сумрачный свод, поезд пустой, но смешной проводник. Сказки матушки-гусыни, действительно, такие сборник.
который мы все читали в детстве, да, по-моему, нет никого, кто бы не читал, да. Но на самом деле сказки про матушку Гусыню не существует. И, то есть в сборнике нет ни одного слова про такого персонажа, как матушка Гусыня. Ни одного сюжета про эту матушку Гусыню. Я всю жизнь думал, что просто какой-то ужасный сюжет. Чей-то будильник звонит. Твой? Там будильник сработал. Потрясающий персонаж Маша Кусыни, о которой нет ни одной сказки в природе. Ну и нам пришлось ее придумать. Да. Но мы еще не будем рассказывать, да? Про нашу сказку. Пока не хорошо.